Всем привет, с вами Артур. Мы продолжаем проходить Dark Souls 2. И, кстати, мы на том самом месте, где мы свернули налево, а не направо. Так. Ну что ж. И вот они, баллисты. Никого я тут особо не вижу. Ага. Вот они, ублюдки. Ну, такого я уже видел, значит, теперь они просто стали видимыми. Давай по-тихому. Кстати, огненная дубина начала очень хорошо бить, так что с бэкстеба я больших убиваю одним ударом. Что? Ну, с этими, конечно, проблемы. Блитками. Ну, стреляй. Если хочешь, стреляй. Неплохо, неплохо. Старательный. Они мне напоминают из Demon's Souls. Рыцари, такие же ублюдки. Пытается пробить, но... Похоже, никогда не пробьет. Ну, молодец, молодец. Блин, как же тебя подловить? Ладно. Будем делать укол. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Это было... Ой, укол. Ну блин, бэкстеп такой был хороший бы. Ой, какой слабый. А, не, нормально. Печаль впереди, но как бы больше тут ничего и нет. Он вот только предметы на трупах. Да, бессмысленное место. Переместимся тогда перышком к костру и пойдем воевать с боссом. Я очень люблю бои с боссами в этих DLC, потому что они всегда мне наваливают побольше. Ну, хотя, может, дубину в этот раз меня спать. Хотя, опять же, урон сильнее, а атаки, ну, выносливость, короче, быстро улетает и печально. Но, с другой стороны, надо... О, смотрите, сколько кровавых пятен уже, наверное, пвпшатся или вторгаются. И, надеюсь, мне не придется с кем-то пвпшатся, пока я тут бегать буду к боссу 100 раз. Ну или, может быть, мне все-таки не придется бегать 100 раз к боссу. Так. Но петух... Удачи, удачи. А, тут же долго, пока добегу до этого. Вон, кстати, сидит, наверное, да. Красавчик. Мне нравится. Такой тигр. Отличный удар. Я пошел. Ой-ой-ой, в обратку я пошел. На, замечательно. Все атаки увижу. Все атаки увижу. И добивать сейчас будет. Да чтоб тебя, черти. Ну ладно, сейчас он меня добьет все же.
Я просто не могу. Не могу сделать ни одной атаки, только бутылки. Но! Голодный блюдо, тут же холодно. А значит, если холодно, знаете что? Значит то, что... На петух хоть немножечко тебя ударю перед смертью. Блин, боксер. Меня радует, что он временами останавливается и ничего не делает. Ну, немножко не хватило. Ну и сейчас добьет. Ух ты, я прям в воздухе сейчас. Не доел меня. Ой, не знаю, не знаю, как-то... Как-то. Не знаю, поможет ли мне тут вообще это кольцо от... Ай, кольцо от... Которое блокирует удары, может тут... Ну, блин, уворачиваться тоже тут крайне сложно. Я попробую, наверное, снять дубину. Черт. Ну и, наверное, что мне еще снять-то? Маску сниму. Не хватает, замечательно. 1.8, 1.2. Как же здорово, что лук так мало весит. Ну, как-то так, пойду. Перекат побыстрее. Хотя в броне Хавала какого-нибудь я, наверное, был бы более уверен в своих силах. Все крайне странно, и этого тумана стало больше, что меня не радует. Сейчас будет свои хрени пускать, так она спрятаться от них. Спрятался. Так, ну во время магии бить его... По-моему, очень замечательно. И бегать надо. Блин, второй удар. Ну,
Что это было? Что это было? А, наверное, он эту магию кастует, и я становлюсь замедленным. Вот эта магия мне не нравится совсем уже. Черт, что же делать? Ну, как бы с ускорением шансов-то побольше, но... не намного. Ладно, поскольку я не могу использовать... А, нет, посох я могу использовать. Замечательно. Ну, мне, по-моему, сейчас просто так повезло, потому что... Ой, потому что... Опять я зря это сделал, дерьмо. Пока добегу, и половина кончится. Ну, я же забываю постоянно. Разбрасываю тут свои какашки везде. Ладно, наверное, надо ставить на паузу, когда я бегаю к нему, потому что занимает это больше времени, чем сам бой. Хотя, ладно, хрен с ним. Тут 5 секунд, на самом деле, до него бежать. Но все же как-то не очень круто. А, вспомнил. А, нет, не вспомнил. Нет, все-таки вспомнил. Будем носить эти кольца, чтобы человечность не терять. Но тогда про магию можно забыть. А если про магию можно забыть, можно убрать посох. И норм. Знаю, может, какое-нибудь кольцо лучше защиты от магии одеть. Ой, ну сейчас начнется все по новой. О, хорошо зашел. Ох, сколько же мне понадобится 1000 душ, чтобы чинить эти кольца, если он меня так убивает. Конечно, можно кого-нибудь призвать, и все будет проще. Но я, пожалуй, еще минут 10 помучаюсь. Ради приличия, уж совсем как-то. Хотя вот, например, в первых двух DLC я уже могу убить боссов один, даже на NG+. Так что, ну, не на одной, просто костер возжигал. Не особо так сложно, просто главное... привыкнуть к атакам. И все будет хорошо. Получил по жопе. Ну блин, вот это нечестно. Он через щит свою атаку делает и... Да. Блин, все. Я не знаю, наверное,
Всегда он делает атаку, по-моему, с правой лапы. Если под правую лапу прыгать, то, ну, перекатываться, то, возможно, это меня может спасти. Да. Да. И осталось у нас два кольца. Если я заменю это оружие на дубину, сразу станет 47 весить. Ну, блин. Можно, конечно, по нему попробовать просто стрелять из лука и бегать. По идее, он такой. Можно от него побегать. При желании. Главное привыкнуть. А у меня, кстати, сколько душ консервированных? Ну, не так и много. Хорошо, сейчас я отбегу тут. Ой, все статуи. Что происходит? Почему я застрял? Я не могу двигаться, и он не может двигаться. Но это было вообще как-то нечестно. И замечательно, я прострел кольцо. Петух рычит еще. Да. Но вообще, если огненной дубиной бить еще и кристаллами заточить, наверное, может выйти хороший урон. У меня есть какая-нибудь броня тяжелая, очень. Ну, все самое лучшее оставил, понятно. Пока попробую так. Замечательно замедлен. Вот этого я не ожидал. Петух изо всех сил достать меня пытается. Ну, на. Достал. И беги, беги, пожалуйста. Не, нельзя его в цель брать. Ой, зажимает. Ой, зажимает. Ладно. Пауза, брейк. Пойду починю кольца. Ой, не знаю. Одену самую тяжелую броню. И посмотрим, сильно ли он меня будет выносить в ней. В общем... Увидимся через секунду.
Чисто маленькая попытка в качестве пробы, потому что в данный момент этот чат просто ужасен. 101 перегруза. Сейчас попробуем заточить кристаллизацией дубину и бить. В целом ничего особого. Я за броней Хавала не бегал, так что у меня ее даже нету ни в ящике, ни в инвентаре. Заточил что-то. Найти по ноже крови дракона нужно осколки титанита. Я решил не покупать, пусть будет как есть. Ну и в целом посмотрим, что из этого получится. Ничего не получится явно, но просто посмотрим. Ради интереса. Просто моя выносливость очень медленно восстанавливается, будет перекатываться я не смогу. Так что придется просто получать весь урон на себя и все. Ну, поехали. Знаете, для атаки с дубины какой-то чудовищно маленький урон. Да уж, веселый перекат. Тигр, походу, уходит. Сейчас полетят, придется немножко пробежаться. Ну пей бутылку, ну что ж ты делаешь, дебил? Блин, это странный бой. Блин, зачем я создаю какие-то там легкие классы, если ты можешь прийти просто вот так вот и все. А, какой кошмар. Кошмар, кошмар, кошмар. С этой стороны не открыть. Вот так вот я переквалифицировался в очень тяжелого парня. Первого раза, даже... Может, мне, конечно, очень везло, потому что там перекат такой был, как у больного рака, больного раком при смерти. Но все же получилось. Ну, только меня раздражает, что от этих перекатов джойстик не прыгает. И поэтому мне не нравятся тяжелые наноклассы. Костер нашли зато. Тетенька. Ну раз у меня перегруз, я так подумал, то почему бы и рапиру не выставить? По-моему, сейчас
сколько я ношу, вообще ни на что не влияет, что странно, потому что я думал, будет как в первом Dark Souls было, когда используешь эту железную плоть, пиромантию, ты вообще ничего не мог делать. Тут нет, как-то странно. Так, я читаропир не вижу, это настораживает. Я ж не выкинул ее. А вот они. Да, все так же нормально. Ой, ну прямо Гвиндолин, Гвинивер зашли. Странно, что тут так много знаков призыва. Я тяжелый. Ну, я полагаю, у меня нету выбора. Many of Eleam Lois's faithful knights, but not one of them.
The king's dutiful subjects waited, but it was too long. The night. Так, ну это я уже слышал, ладно. Что ж, льда что ли не стало? Так, эту фигню еще нельзя убрать. Или можно? Ну ладно, ладно. Союзник требуется впереди, так что может помочь благоразумнее. Что с этим парнем не так? Почему тут раз, два, три, четыре стула, даже может быть пять, не знаю, и только у одного есть чувак. Слезы впереди. Что, пойдем один разочек попробуем? О боже ты мой. Сердце хаоса. Вау, крутая локация. Ага, то есть ты помогать мне будешь. Хорошо. Так, ну вышли петухи. Очень интересуюсь, у вас бэкстеп работает? Надеюсь, что работает. Иначе будет сложновато. Ах ты, ублюдок. Так вот этот петух. Да, не работает у них бэкстеп, что плохо. Еще что ли вышло? Мне и тех было достаточно. Так, ну помощь мне тут явно нужна, потому что... А выглядит здорово. И правда. Ложе хаоса. Разрослось так. Нехило. Ай, ладно, надо, короче, знаете, что как-то успеть заюзать перышко и свалить. Ну, конечно, он вряд ли успеет заюзаться, но... успею никак. Что мне надо зайти в меню, нажать кнопку, но посмотрите. Оп. Да. Конечно. Ну, кольцо только одно сломалось. Так, ну что, похоже, придется обходить сейчас всю локацию сначала, поскольку льда в ней нету. Искать союзников, собирать все, ну и потом уже идти к боссу. Хороший щит-то или плохой? Щит-вместилище. Щит с изображением жрицы из Элиум Лойс. Он испускает жар, усиливающий способности обладателя самих жриц, которые посвятили жизнь умиротворению древнего пламени, больше нет на свете. Ну, блок так 65. А так выглядит... Эх, не очень выглядит.
как безделушка, а не щит. А, ну я добегу до того костра, может тут что-нибудь, где босс был, появилось. И в целом... Ну и в целом пойдем по тем же локациям второй раз. Ох, ладненько, увидимся в следующей части. Ой, стоп, дверь. У меня ключа все еще не... А, надо, что с другой стороны только открывается. Как я сюда еще попаду? Если она с другой стороны открывается, какой другой? Тут же нету других сторон. Что за шуточки? Странная дверь, может по ней ударить и мне ее откроют? Я помню, одна такая дверь была в начале игры. Ну, видимо, нет. Фух. О, мое кровавое пятно надо подобрать бы. Пустое. Так, ну ладно, увидимся, я думаю, в следующей части. Но пока всем спасибо за просмотр, удачи, пока, увидимся.